И в продолжение темы. В детских садах и школах Анапы самое пристальное внимание здоровью детей. И если условия обучения складываются неблагоприятные, уроки сокращают. В 6-й школе такие временные меры ввели для младшеклассников, а занятия по физкультуре пока отменили совсем. Почему, мы узнали у начальника управления образования администрации города-курорта. Сегодня из-за понижения температуры воздуха были сокращены в начальной школе занятия до 25 минут. Отменены занятия в спортивных залах школ и также с главным инженером тепловых сетей был решен вопрос о повышении температуры на источнике теплоснабжения.